Я круглогодично купаюсь в проруби. С удовольствием искупался бы у вас. Делаю это утром перед работой, либо бегу бегом. Когда снег, еду на снегоходе, у меня река прямо недалеко от дома. Я 5 раз в неделю занимаюсь спортом, я занимаюсь боксом, дзюдо и поднимаю штангу. Причем всю жизнь я по сей день спаррингую с молодыми ребятами. Я езжу на охоту, я хожу на горах в гору наравне с молодыми. Я не курю. Я последние лет 20 вешу 86-88 килограмм. На мне брюки те, которыми я ходил еще бог знает когда. Могу, вернее, джинсы одеть. Так что я считаю это основное. Я бы давно, извиняюсь, умер и не смог бы. Я сохраняю активность, потому что не только физическую, но и... Я молодой, я почти ребенок, я восторгаюсь. Мне нравится, когда к вам приехал, мне нравятся закаты, я вышел из машины, фотографирую, мне нравятся тундры, мне нравятся красивые женщины, мне нравится... Мне все нравится. Вот когда тебе перестает нравиться, тебе становится скучно, вот тут ты завянешь. Надо всегда что-то хотеть. Поддерживать себе желание и физическую форму. Съемала, кроме брусничного листа, что еще вы взяли? Вы знаете, брусничный лист я не пью регулярно. Я вообще не принимаю никаких добавок, трав. Я пью все, что вкусно. Я вообще считаю, что нету вредных или полезных продуктов. Есть вредный или полезный образ жизни, образ питания. Поэтому если вы будете питаться пельменями и курить, вам никакой брусничный лист, никакой там понты вам не помогут. Понты имеются в виду молодые рога этих молодых моралов. Поэтому, если вы соблюдаете, если двигаетесь, соблюдаете образ жизни, вы можете иногда и рюмку пропустить, и те же пельмени съесть, но это раз в месяц. Да? Но основной упор должен быть здоровый образ жизни, здоровое питание. Не надо заморачиваться ни на чем. Нету никаких волшебных БАДов, волшебных там листиков. Нету. Есть правильный образ жизни.